Марина и Сергей Еремеевы. Школа поведения всем на загляденье. Этикет для малышей. Таблетки, не конфетки. В домашней аптечке цветные таблетки, похожи порой на цветные конфетки. Но детям должно быть понятно и ясно, что пробовать эти таблетки опасно. Любая таблетка – лекарство и яд. И это не тайна для умных ребят. Давайте не будем, друзья, забывать. Аптечку без спроса нельзя открывать.